小林，下个月就是六月了，也是暑假，你准备去哪儿度假？我跟我爸爸妈妈一起打算去山区度假。中国有很多山区，那儿可以爬山，也可以看看很多好看的地方。我爸爸妈妈喜欢爬山，我不太喜欢。我家每年去海边度假。 我觉得在海边度假更好。今年暑假，请你跟我们一起去山区度假，怎么样？今年我们也去海边度假，可能明年暑假的时候，我们可以一起在山区度假。我问爸爸妈妈他们怎么想。好啊，如果明年可以一起度假，我很高兴。小林。 请问在山区还可以做什么？那儿还可以滑雪、坐索道，很有意思。如果坐索道不用爬山。是啊，我觉得你一定喜欢去山区度假。好，我去准备度假，回国以后再见。度假以后再见。 记住生词. Запомните новые слова. 度假,度假. Проводить каникулы. Ся. Ся. Следующий. Шутя. Шутя. Летние каникулы. Шанчу. Шанчу. Горы. Пашан. Пашан. Подниматься в горы, ходить в горы. Тифа. Место. Хайпен. Хайпен море хуа -ше, хуа -ше. кататься на лыжах -да -да канатная дорога нет необходимости не нужно чу -бэй, чу -бэй. готовиться ху -гу, ху -гу. возвращаться на родину и -хо, и -хо. после в будущем потом Грамматика. В предложении. Куда ты поедешь на каникулы? В состав сказуемого входят два глагола и проводить, переживать. В данном случае первый глагол указывает на действие идти, а второй на его цель проводить. Такие предложения строятся по следующей схеме: подлежащее плюс сказуемое, глагол один плюс дополнение плюс глагол «два», плюс дополнение, плюс вопросительная частица. Примеры. 我去海边游泳. Я поеду плавать на море. 我去中国學汉语. Я поеду в Китай учить китайский язык. Модальный глагол – «можно», «мочь» – выражает возможность, способность, в том числе имеющуюся в силу определенных обстоятельств. 这儿可以游泳. Здесь можно купаться, там можно кататься на лыжах.